Никакой сажи и грязи, свобода от постоянного контроля и чистый воздух. Это далеко не все плюсы газового отопления, которое давно пришло на смену печному. На сегодняшний день газовые котлы имеют КПД не ниже, коэффициент полезного действия не ниже 90%. И это тоже одно из таких главных преимуществ газового оборудования. То есть вы платите деньги за газ, и 90% это все превращается в тепло. Для сравнения, коэффициент полезного действия угольного котла варьируется там 60-70%. Барнаульская газораспределительная компания занимается подведением газового отопления под ключ. Специалисты разрабатывают проекты от простейшего до самого технологичного. Это, кстати, еще один плюс газа. Сегодня степень автоматизации, она практически управлять можно удаленно с помощью телефона. Существуют программы и существуют котлы, которые имеют начинку такую интеллектуальную, которая позволяет без участия человека регулировать температуру в доме. При этом выбор оборудования и услуг газораспределительной компании настолько обширен, что подведение газа доступно владельцам домов с любым бюджетом. Тем более для жителей края Россельхозбанк предоставляет специальный кредит с фиксированной процентной ставкой от 3 до 5%, в том числе на газификацию домовладений.